Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов, с вами снова Джек Шепард и Артур. Мы продолжаем проходить Resident Evil 6. Всем привет. Мы находимся в школьном автобусе. Мало кто из нас тут выжил. Как и 90% населения этого города. Новая Umbrella. That's all the news I've got. Now it's your turn to help me. I need to know what's in that cathedral. I've got suits breathing down my neck for info. Suits? Specifically, Derek C. Simmons, National Security Advisor. Серьезные дяденьки вмешались в дело. Да. Опять бомбить небось будет. Ну сначала они проверят, выживут ли бравый солдат. Ой, Silent Hill был кур, прям один в один, да? Так, ну тут еще несколько ребят, которые сейчас нам помогут упасть, похоже. Так, приготовились. Давай, я готов. Учитывая эту игру, сейчас будет страшное мясо, похоже. Я управление забыл, конечно. Опять кого-то едят. Ой, блин, эту девушку все-таки. Да-да-да. Ой, тут все харчат. А где водитель? Так, пофигу, пофигу. Так, патроны. Да нет патронов. Перезаряжай. Давай, давай. О, Иисус. Ой, ой, ой. Мы сейчас упадем. Мочу. Ой, что там светится такое? Он там что-то едет. Грузовик. Ну, вообще отлично. Очень зря. Прощай, Джек Шепард. Держи меня. Ой-ой-ой. Слушай, эта игра не перестает удивлять. Никогда не знаю, что произойдет в следующую минуту. Я подозревал, что все плохо кончится. Так, парень сейчас заживо сгорит, нужно вытянуть. Ладно, проехали. Печальный, конечно. Я уже привык, к ним успел. Да, Леона мучает совесть. А меня нет. И опять мы вдвоем. Так, ну мы, похоже, к этому уже собору подошли вплотную. Ну, да. Подлетели, можно сказать. Атмосферный геймплей, как был в канализации. Да, там это вообще было, конечно, дело. Леон, Алина, ты о, кладбище. Кладбище? Отлично. Хочешь срезать через кладбище, друг мой? Это, по-моему, самая лучшая идея. С полетами. Пожалуй, с одним пистолетом будет все же спокойнее. Так, на кладбищах нечитабельные надписи. Я слышу, уже, право уже с лопатой. Я вижу, вижу. Так, хорошо. Патроны с него получил. А мне не выпал. Ну, по-моему, если мне упадает, то и тебе упадает. Нет, меня в этот раз обделили. Ладно, вроде пока больше никого не видать. Жуткое место. Ну вообще, он еще один с лопатой. Лопата пригодилась. Так, 12 калибр, это хорошо, кстати говоря. Мне с ним спокойней. Так, я лучше гидру возьму. Кстати говоря, мы посмотрели, и там на самом деле в меню можно покупать новые способности. Да, но... я купил себе. Ой-ой.
Но все стоит очень дорого, поэтому пока ничего не стали делать. Так, подожди. Они еще и прыгать умеют, если что. Я еще в метро заметил, что они прыгать умеют. Когда на меня товарищ с воткнутым ему в грудь топором полетел. Так. Ой. Это как, вообще нормально? Ой, ой. Ой, там кто-то есть. Вылазь оттуда, вылазь, он умер уже. Блин, а я рядом просто прошел, поскользнулся и упал туда. Ой, сзади. Так, не падай. Ну, это, конечно, нужно постараться, чтобы в единственную дырень... Так, нам еще идут. Так, ну ладно. Я пока в основном кулаками хурабатываю. Потому что Леон... Ух ты, ой, что-то было. Так, вот сейчас пора применить огнестрел, полюбая. Блин, что они все на тебя летят? Не знаю, но я пытаюсь их отбить. Как у тебя там со здоровьем? Неплохо. 4 вот. Квадратика. Нормально. Давай. Убиваю. Да что ж ты какое? Так, хорошо, ладно. Мы тоже 4 квадратика уже успели покусать. Так, держимся спиной к спине. Там еще один? Или нет, от статуи? Фонарик бы нам, конечно, не помешал. Тут приходится от лучика к света, к лучику. Нет, пожалуй, тут все-таки с пистолетом будет получше. Бегут двое. Да, блин. Почаще стрейфом пользуйся, вот, то есть смещением в бок. Они этого не любят. Так, я там слышу еще одного, но пока что не слышу, вернее, не видать его. Угу. Сейчас выберется откуда-нибудь из угла. Кто говорит, сделай типа светлее? Да, блин, ты посмотри, как грохочет. Игра такая темная, ее нельзя сделать посветлее. Да, в этом и суть, что игра темная, и нам не должно быть ничего видно. Гамма между тем выкручена по полной. Так, бежит. Ой, сзади. Ух ты, как она. Прикольно. Что она сделала? С разворота ногой назад ударила. Она могёт. Так, ладно, хорошо. Так, что у меня есть, кстати говоря? О, у меня тут травы. Хорошо. Мины есть дистанционные, но я не думаю, что сейчас пока у нас как-то смысл особо так, есть. Так, даже я вижу. Отлично. Я тебя подлечить, кстати, могу. У тебя сколько там здоровья? А, 3 квадратика из 6. А, это когда в руке у тебя спрей, ты можешь, то есть, лечить напарника, поэтому я лучше оставлю на какой-нибудь критический случай. Да, у меня тоже 2 спрея. Ой, тут собаки есть. Собаки, это плохо. И зомбятина идет. Так, пока что вроде спокойно. И мы вроде как... А нет, я думал, мы подходим. Нет, мы не подходим. Еще достаточно далеко идти. Это что за дом? Что в нем там мигает? Сторожка попробуем. Ну а что? Так, осторожно, тут у нас зомби. Напоминает самый первый дом из 4-й части. А, где там этот здоровенный такой вообще приходил? Нет, вообще сам первый домик, в который он заходит. А, с местным жителем пообщаться. Там, где товарищ с топориком стоит. Интересно, эту вазу можно разбить? Нет. Так. Ой. Это я кританул. В сам момент, когда он на тебя нападает, если нажмешь кнопку удара, ну то есть выстрела, угу, то можно сделать крит. И я ему просто одного выстрела снес все, что мог.
Да, но если они так по одному будут пилить, то, в принципе, нам можно обратно вообще патроны пилить. Тратить. Куда обратно? А вот тут вот. Вверх. Там что-то есть. Я не видел. Ох, отлично. Лох. Оно того явно стоило. Оно куда-то побежало. Вот, пусть бежит, пусть бежит. Ладно, ладно. Беги, собацка. Туалет, так, короче. Тут мы имеем патроны, и наверняка здесь где-нибудь есть эмблема. Не просто же так мы сюда заходили. Ну, это, конечно, не эмблема, но... Вообще ни разу. Кстати говоря, у меня появилось ощущение, что... У тебя сколько квадратиков сейчас? 4. Нажми H2, у меня появилось ощущение, что мы вместе. То есть, если ты нажимаешь, то у меня тоже прибавляется, если мы рядом стоим. Нет, у меня на R2 нету аптечек. Так, подходит. Угу. Не успел я, нужно секунду нажать. Еще один. Отдай лопату. Не дали. Приз спасения жизни. Так, давай выходить, наверное, отсюда. Сейчас еще собака прибежит. А, ну... У нее у собаки ключ. Ключ. Интересно, от чего? Есть ли вещи похуже этого? А, понятно. Нам нужно, чтобы попасть внутрь, этот ключ у нее отобрать, да? Так, а куда нам? В какую сторону? Да? Ты мне прибавляешь твою жизнь. Отлично. Нам так, куда-то... Блин, как темно. Налево, что ли, не понял. Короче, по тропинке тупо идем. Ты за мной, да? Да-да-да-да-да. Так, что-то мне кажется, что сейчас все будет не очень просто. Ох, там еще и собака, зря ты так. Там две собаки еще. Одного убил. Что-то у меня прицел сбился. Не могу никого ударить. Кританул. А я собаку зарезал, по-моему. Вот здесь, кстати, под дождем чувствуется маленький фреймрейт, проседает. То есть частота да. кадра. И так целиться неудобно, а тут еще вообще. Ой, я не могу. Пинай, пинай собак. Вдвоем пинают, стоят собаку на кладбище. Ничего, как она меня приложила. А-а-а! Ой, отпнул, отпнул. Со спины аккуратно. Так, ладно, это мне мозг растоптал. Ох, как вовремя, отлично. Фу, так, в итоге. Еще одна бомба. Блин, далеко идти придется так. Угу. Учитывая, что здесь куча собак. Да, учитывая, что целиться не очень удобно. Тихо, со спины еще кто-то идет, я слышу. А вот-вот-вот. Успел. Ну, кританул. Угу. Сломал. О, так, еще права. Собака. Отлично. Спереди. Табали. Отлично, попали. Че, вошло или нет? Все, мертва. Шо? Блин, вечно у нас проблемы какие-то. Теперь с собакой гоняйся. О, еще один идет. Да, сейчас встретимся. И тут снова могила, блин. Это та же самая могила, мы назад возвращаемся вообще-то. А, ну ладно. Ну тут просто все так темно и понятно, куда мы идем, поэтому. Ну да. Так, есть какая-нибудь, я не знаю. Сзади. Блин, собаки были вместе. Что-то пикает. Это моя мина, я ее случайно поставил. Не взрывай. Я хотел обеих собак сжечь сразу. Сжег. Не сильно помогло. Но она горит и убежала. Сзади. Ож. Так, я теперь могу как-нибудь свою мину подобрать, нет? Там еще что ли сзади кто-то идет? Да. Ой,
Если могу. Так, блин, давай быстрее уже, что-то мы долго тут тусуем. А все, собака сгорела. Сзади. Давай, хватай. По-моему, нужно щепу. Просто выходить, потому что это кладбище, они тут так и будут переть. Now, let's get to that cathedral. Нормально так, я долго смотрел на этот замах. Месяц, вершина. Так, все, валим. Валим. Особо не встреваем ни во что. Так, подожди, держись ко мне, я... А, ну ладно. Сейчас уже войдем, там подлечимся. Ты за мной, да? Да-да-да-да-да. Шо? Долбанное кладбище с долбанными зомби. Ладно, хоть толстяка того нет, да? Тут толстяк. Я думаю, еще пока рано загадывать. Так, все. Сейчас у входа я подлечусь и тебя подлечу одним. На один квадратик, короче. О, хорошо. Окей, we're in. Так, ну я думаю, внутри будет полегче, чем снаружи. У нас, кстати, курчики развиваются. Так, подожди. Да? А у них курточек нет, они убьют. Хорошо. Так, все, заходим. Нажимай кружочек. Нажал. Нормально так открыл. Мы хоть раз в жизни откроем дверь, но... Ну, как и обычно. Так, ой. Ты куда-то улетел. Отлично. Так, мы разделены, короче. Так, бали. Сомневаюсь, говорит, что ты пошла меня на таски. Так, ладно, короче. Я так понимаю, пока что кажется он за себя. Run for your life. Собака. Я, конечно, могу их тут долго убивать, потому что, в принципе, они простые. Так, тебя грызут тут, да? Да, собака. Но я, пожалуй, пойду дальше. Ох ты, у него мачете был. У меня здесь блевун. Если бы я в него попал, то ему понравилось. А, у меня их тут двое. А я, кстати, должен что-то сделать. Пока ты там борешься. Поэтому не надо торопиться. Блин, тут долбанный лабиринт. Не знаю, что ты там делаешь, но делай это быстрее. Я должен бежать по лабиринту и найти вход. Чтобы добраться до тебя. Так, тихо, ребята. Что-то у вас тут... Давай, покажу. Вроде бы. Да все нормально. Все. Я здесь двоих этих, как их, я не знаю, как их назвать, они мне больше всего смокеров напоминают. Здесь по аналогии с Left 4 Dead все. Есть бумеры, есть смокеры. Так, давай вот здесь на лестнице посмотрим, что наверху. И нам туда нужно, похоже. Man, you're a sight for sore eyes. Thanks. You coming to this cathedral with me, or what? Да идем, Елена. Не волновайся. Open the door. Фу, надо сказать, мне не понравилось это кладбище. Ну как? Просто нифига не видно. Ты весь в грязи. В кладбищенской грязи. Ну, по крайней мере, это не я падал, а в этот... В могилу вырубил. Ну да, один-один. Так, здесь у нас все хорошо. Еще один ящик, и около него кто-то лежит, может встать. А, нет, это просто мусор. Ну, я прицелился на всякий случай. Так, ладно. Так, беру пистолет и входим. Hello? Спина опять кто-то лезет. Или сверху. Ёлки-палки. Не, все-таки проблемы. Давай. Жаль, что мы не видим прицелы друг друга и свет фонарей. Ну да. Это, кстати говоря. Это бы очень сильно было бы не лишним. Зачем они звонят? Нас же сейчас сожрут просто. Ёлки-палки, сколько слезется. У меня со здоровьем все плохо. Кушай давай.
Мне нужно научиться бомбой с дистанционным управлением еще пользоваться. Было бы не лишним. Капец, что я с ними творю. А я просто их отстрелю, пока не успеваю даже залезть. Так, а я ведь это как... Блин, где он? Тут у нас опять очередной этот взрывающийся гад. Ой, да-да-да. Он не успеет ничего. Дробовик все-таки страшное дело, так что... Ой, у тебя со спины-то. Угу. Хорош. Так, ребятки, вы бы нам... О, отлично. Ну, наконец-то. Хоть какая-то помощь. Да. Ой, как тут только не этот, и этот пришел. Ой, сзади огрели просто. Пусть маленько подымятся. Все, вниз просто. Ой, тут еще один. Ой, ну этот, когда умирает, он орет. Неплохо так. Stand up, my friend. У меня здоровье. Так, сейчас квадрат. Я к тебе подхожу или что? Подожди. Фу, так. Прибавил тебе? Угу. Вон опять прыгнул. Блин, тут уже какой-то кошмар пошел просто. Открывайте уже дверь быстрее, ребята. Я тебя не вижу, у тебя там в порядке все? Нет. У меня все синие, я в углу валяюсь. Давай, вставай. Я же нажал. Ой, что происходит, Тех она уже. Я нажал лечить тебя. Ну, видимо, не знаю. Не дали мне подлечить. Ворота помогают, да. Давай. Так, сколько еще? Ой. Ты орешь тут, а? Патроны кончились, охренеть. Как вовремя. Так, у тебя там опять патроны. Перед ним стою. Все, он мертв, я убил. У нас еще один такой же есть. Ешь ничего, не расслабляйся. Ага. Так, все. Ну. Заваливаемся. Просто к воротам беги. Бегу. Нажал. Фу. Это действительно ху. Да, на удивление сложно. Но и ху. Круто. Почему все не хотят пускать нас? Ой. Ай, молодцы. Неплохо тут укрепились. Sorry, guys. We're not rescue workers. Но самая ужасная новость, когда ты слышишь, что спасатели за тобой не придут. Ой, подземный ход, давайте-ка туда сходим. Отличная идея. Ну а чё, почему нет-то? Если там снаружи все зазомбячено, может, это выход отсюда. И вообще, это же Елена, она сказала, что у нас тут что-то решится. Так что вполне возможно, здесь может какой-то секретный объект. Так, ну ладно. Я думаю, да. Марко, он в PSAA. Ты смотри, он будет здесь с Бочечки, отлично. Вот и товарищ с снайперкой, не кислая. Знаешь, что мне это напоминает? В Dead Rising, там, когда, то есть, приводишь всех выживших, потом они в одном месте сидят, женщины плачут, там народ чем хочет занимается. Похоже на это. Я, правда, в неё почти не играл. Ну и в Dead Rising также, по идее. Ну да. Так, то я в боковую комнату зашел, здесь две бочки. Боковую с какой стороны? Справа, слева? Справа. Так, здесь есть двери, которые не открывабельны. И есть дверь, которая вполне себе даже
Хорошо, патроны это мне всегда в радость. Так, нам бы все перезарядить. Да, кстати, после этого мяса нам это не помешает. Так, с левой стороны нет никаких комнат? Ну, я не заметил. О, медицинский спрей. Прям где я. Отлично. Так, ну вроде бы все нужно мы забрали. У этих обездоленных. Так, это хорошо. А, вот еще одна дверь. Ты же рядом? Нет, где-то еще. Блин, я вообще вот слепо шары, как обычно. Давай. Хорошо вошло. Но тут пуст. Ну ладно. И все наверху равно. Этих нет медали. Кстати, здесь, в этом здании, наверху, наверняка где-то. А, вон она есть, да. Сзади наверху. Да-да-да, я вижу. Попасть бы еще, блин. Да. Я попал. Ну что, идем? Ну пойдем. There are stairs under the statue. It was open the last time I was here. Shit. What do we do? We'll figure something out. Мне кажется, я тебя сейчас закину отсюда. Если? Ой, тут ключ какой-то. Бери. Мадонна радости. This isn't just part of the decor. You're right. Так, я пошел. There's more here than meets the eye. Молодца. Да, и сюда нужно ее поставить. Nothing's happening. What are we not seeing here? Two motherly saints reveal the path. Так, я сам подняться не могу, сейчас тебе в ту сторону. Или ты можешь полностью оббежать все? А я могу здесь пробежать, нам нужно вторую статую найти. Статуя вот тут на постаменте стояла, да, около лестницы? Угу. Так, тут двери. Может, на первом этаже что-то проглядели? О, сундук. Везет, блин. Что внутри? А внутри статуя. Ну, тут нет денег. Looks just like the other statue. Question is, what are they for? Трава есть. Ну, опять начался такой фирменный Resident Evil. Вот это вот всякие готические сооружения, головоломки. Угу. Зачет. Так, используем. Так, мне показывает тебя. У меня есть ощущение, что мне нужно тоже как-то наверх подняться и использовать ее, то есть одновременно с тобой. Но как мне это сделать? Может, ты сможешь меня поднять? Как-то подойди к краю этого. Так, давай посмотрим. Подтянуть. О, я надпись читаю зачем-то еще раз. Так. Ну-ка, подойди. А, я могу только спрыгнуть. Понятно, так, как же мне тогда подняться? Так, давай посмотрим, может быть... А, вот тут какая-то штучка висит. Может, ты можешь мне столкнуть, там что-нибудь пнуть? Ну-ка, подожди, вот здесь вот, видишь, висит это? Люстерка, может, ее можно? Да нет, это глупо. Ну, почему глупо? В четвертой части мы по люстрам прыгали, только так. А, вот, здесь лестница скидываемая. А, с правой стороны. Угу, вижу. Добро. Там чувак снизу ходил, чуть не прошибл насквозь. Мабает, если чё. Так, упс. Так, ты мне не должен статую передать или все нормально? А вроде они у нас типа в совместном инвентаре. Ну ладно. Давай пробуем. Так, я делаю. Поставил. Офигеть, какая сложная головоломка. Это было очень сложно, на самом деле. Now we're getting somewhere. Так, хорошо. Enough of these games. Let's go. Так. Ты говоришь, здесь наверху ящики были, да? Угу. Можешь там пробежаться, и у нас как раз 36 минут. Ну да, кстати говоря. Так, сейчас я по-быстрому просмотрю. Ой, а чуваку тут плохо, походу. Скоро будет зомби. Где? А внизу стоит. Да ладно, я спрыгиваю, короче говоря. Ты где? Я прям за тобой. А, вот. Ну что, давай на этом завершим, на самом деле, эту серию. В следующий, я думаю, мы пойдем куда-то под этот
собор кафедральный. И, опять же, хочу сказать, что серия именно в духе Resident Evil. Когда я бегал по кладбищу, мне прям напомнило Код Вероника. Я играл на Dreamcast лет 10 назад. Было офигенно. Там тоже так же на кладбище зомби перли. Да, было дело. Короче говоря, увидимся в следующей серии. Надеемся, вам понравилось. С вами были Джек Шепард и я, Артур. Скажи пока. Всем пока. Пока-пока-пока.